Слушайте, это удивительная штука. Короче, я ожидал объявления в Авито и в Юле. И мне сейчас, вот пока я ехал вот с предыдущей халтуры, мне позвонил еще один человек. Нужен, говорит, электрик, нужно установить розетки. Я говорю, отлично, не вопрос, давайте, когда, где встретимся, я вам дам прогноз. Ёбаный рот этого казино! Ну, то есть скажу, сколько это будет стоить, посчитаю. Вот, он говорит, ну типа, надо цену знать сразу. Я говорю, ну так не бывает. Вот, и причем я у него начинаю уточнять, а он как бы, ну, не накидывает мне больше информации. Ну, то есть у вас есть ли штраба, то есть, говорит, есть штраба, а замазано, не знаю. А стаканы стоят, не знаю. Я говорю, ну давайте я подойду, ну и уже вам точно скажу, сколько это стоит, чтобы вы понимали, будем ли мы сотрудничать или нет. Вот, ну вот сейчас что-то решает, говорит, там есть человек дома. Надо будет, короче, подойти. Ну, сейчас перезвонит, скажет, подходить, будут подходить. Короче, ребят, я к чему это все веду? Можно жить иначе. Пока что это все выглядит достаточно интересно. Короче, надо еще накидывать аккаунтов. Вот сейчас делаю дома этот Google календарь, Google расписание, для того, чтобы понимать, какие работы я буду производить, потому как заказы есть, поток есть, работы много. Как я и говорил, где искать заказы, где искать работу, где работы много, ее очень много. Просто нужно как-то найти ее. До свидания. Ну вот, теперь уточнено. Короче говоря, работа есть. И работы достаточно много. Ее только нужно прийти и сделать. Так что всем ребятам, кто в данный момент находится в глубочайшем ахуе, кто умеет делать работу, умеет работать руками и головой в том числе, и тем более в чем-то разбирается, кроме как в дрочке. Ты чё, ебан? Авито, Юла, пишите свои объявления, потому как я вам на собственном примере буду показывать, что оказывается это работает. У меня уже есть работа на завтра, и скорее всего будет работа на послезавтра или послепослезавтра, вот именно как раз вот с этим человеком на Воронцовском 19. Я нахожусь тут в районе строек. У нас тут в Мурино, короче, очень много сейчас всего строится. Видишь, куча всего, вот прям куча всего. Вот, скорее всего, он меня туда, наверное, отправит. Вот туда, на Графскую 19, потому что, получается, здесь, вот здесь четная сторона. Видишь, Воронцовский 20, назад там, короче, вот это Воронцовский 18. Вот тот вот большой дом с застройкой, это Воронцовский 17. Так что логичнее всего, наверное, вот туда пойти, вот там, наверное. А этот 19-й Воронцовский, как он говорил, на улице Графской. Ух! Сейчас буду учить адреса новостроек, потому что основная работа, она будет по новостройкам производиться, хочет ты того или нет. Вот. И придется сейчас все эти новострои смотреть, изучать, вкуривать. Коридор, подъезд. Вау. Ну, короче, сниму на обратном пути. Ну, лифт, как всегда, забит. Квартир здесь просто видимо-невидимо. Здесь 17 этажей, но при этом, типа, кучность просто невероятная. То есть, даже у меня, короче, в Гренландии на 22 этажа приходится гораздо меньше квартир. Что-то я чувствую, здесь в одном подъезде, наверное, штук по 8, по 10. Смотри, офигеть, сколько здесь квартир. Вообще, просто кошмар. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 квартир. Ни хрена себе. На 16 квартир. Вау. Вот это Воронцовский 19. Если вы не знали или вам эта информация вообще нахер не нужна, то знайте. Это он. Жесть, короче. Ну все, обсчитал. Вот, замерил все необходимые. Ну, все замеры проведены. Вот, заказчиком тоже все, собственно, обговорил. Сейчас дойду до дома, уже сяду нормально, посчитаю по-человечески. Уже скажу какую-то фактическую цену за свою работу, сколько возьму и когда смогу за это взяться. Сейчас дойду до дома, передохну. Этот день не заканчивается, ребята, не заканчивается. Короче, я прошелся по всем ближайшим магазинам, которые продают материалы для ремонта, ну и особенно по электричеству. Составил примерно ценник на расходники для завтрашней шавашки, ну и по итогу получилось где-то в районе 4000. Вот как раз таки и работа вышла в районе 4000.
И как раз таки в районе 4 вышел расходник. Вот, все цены я себе записал, в телефон забил. И сейчас еду в Леруа. Нафига? Потому что мне нужно сверло по дереву. То есть впервые в жизни мне действительно нужно сверло по дереву. Вот, безусловно, я возьму себе 60 сантиметров. Oh my. Я надеюсь, что мне этого хватит. Вот, этого сверла. У меня как раз есть крепеж. Ну, у меня есть патрон на перфоратор. И я надеюсь, мне всего хватит. Ну, опять же, я говорил, что дрелька у меня такая себе слабенькая. Придется брать патрон и перфоратор. Ну, одно, надеюсь, у меня на все хватит сил. У меня, надеюсь, на все хватит аппарата. Вот, сейчас пойду покупать сверло. Оно стоит что-то в районе 500 рублей. Я надеюсь, оно не сломается прям сразу же. Вот, хотя мне там проходить не так уж и чтобы много, но посверлить придется. Заказчица решила не загоняться по поводу противопожарных всяких вещей. Ну, опять же, не потому что дешево, а потому что как бы она не хочет просто это все. Потому как типа летом она собирается все переделывать целиком и полностью, вообще полностью. И она просто хочет до лета как-то дотерпеть. Вот, ну и собственно все будет нормально. Кстати, летом все переделают. Забыл рассказать про то, собственно, была за проблема. Короче, перегорела лампочка в люстре. Благодаря ей, ну, видимо, был скачок по току. Ну и, собственно, отрубила автомат. Безумная просто схема подключения в этом доме. Ну, вообще просто безумная, капец. Короче говоря, было 3 автомата на счетчике, о которых даже сама хозяйка не знала. Был отключен автомат, никто никуда не заглядывал. Хозяйка меня очень долгое время уговаривала, что на самом деле нет, что там автоматов нет, что проблемы только наверху. Нет, неправда. Оказывается, автоматы оказались действительно вот там. И, собственно, вот я залез туда и такой, типа, щелк, и все заработало, оказывается. Ну, я очень много всего полазил, но самое главное, что... Главное, что я везде пролез и все посмотрел, потому как уже завтра я буду знать, куда идти, что делать и как выполнять эту работу, потому как, ну, уже везде все посмотрел, как мог, перелез и даже обнаружил даже то, что, наверное, по логике и не нужно было. Короче, у нас есть магазин там по электрике. Вот, какую-то часть я сейчас материала закуплю в Леруа, а какую-то часть вот в магазине электрики около дома, и вот завтра к 11 поеду на шабашку. У меня каждая поездка в Леруа или в Ашан, она заканчивается бесконечной усталостью, потому как я, как правило, хожу там очень долго, дорога меня туда всегда утомляла и утомлять продолжает. Это Ашан, также это Портхаус, это Леруа Мерлен. Ну как бы, ну объективно, да? На, серьезно, ты не верил, не верил, нет. 15 минут ждал маршрутку, зато бесплатно. 26 рублей, это тебе, а не 26, сюда они по 40 рублей ходят. Ух, деньги-то какие, в некоторых городах до сих пор еще 9 рублей стоит автобус. Ладно, короче, нам туда, и мы туда пошли. Практически все купил. Я несу радость, а ты? Несу, короче, кабель. Вот, кто-то несет добро, кто-то бревно, а я вот кабель. Практически все купил. Но чуть-чуточку дешевле, чем вообще рассчитывалось изначально. Еще в магазине перед домом по электрике закуплюсь, короче, креплениями к стене. Ну и, собственно, все. Ну вот, практически все покупочки сделаны. Дуем домой, дома сделаю коротенький обзорчик. Так, ну что, господа хорошие, давайте, короче, разбираться всей этой херней. Вот, я таки вернулся с Леруа, и, как я говорил, давайте посмотрим, что я купил, чтобы, короче, что иногда электрику нужно. Итак, вот у меня есть тут наконечники, их видно.
Это как раз таки для того, чтобы опрессовывать кабель, для того, чтобы его удобнее было запихивать. Вот скобы пластиковые, это как раз то, чем будет проброшен, закреплен кабель внутри. ПВС 3х4, это ПВС-ка 3х6. Было куплено сверло. Сверло по дереву, винтовое, блочное, сталь. Ёбаный в рот, какой долбоёб, сука, так пишет. Были взяты дюбель-хомуты при укладке в бетоне и кирпиче, чтобы можно было фиксировать кабель в штробе. Расплет-коробка под печь. Нормальная клемная колодка. Автомат Legrand с диаграммой C, вот, 40-амперный. Вот, скоба металлическая, это для того, чтобы зажать наверху на чердаке. Вот, давайте, наверное, все-таки заканчивать, потому что я еще хочу попытаться с этот вложек или бложек как, хотя бы как-нибудь раком-боком смонтировать, чтобы его вам показать. Но что-то мне подсказывает, что нет. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, жмякайте лайк, обязательно жмякайте колокольчик, чтобы узнавать всегда самыми первыми о выходе нового ролика. Ну и... делитесь, рассказывайте, короче, пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Ну и все, что вы любите. Вот, до встречи.